Всем привет, вы на канале с дядей Мишей. Сегодня у меня новый такой прикол. Я сегодня буду делать две вещи. Это я буду делать колбасу, я буду делать бастурму. Кладем куски. О, всем другое дело. И солим это дело. Просто закладываем в соль. Вот оно легло у нас. Мы даже можем никаким ни гнетом не давить. Ничего мы не можем. Ну, хотите придавить. Я ничего такого делать не буду, просто вот засолил мясо и все. И ставлю его в холодильник. Ставим в холодильник и ждем там 2-3 дня. После этого, так сказать, уже покажу все остальное, кому интересно, что будет дальше. Куда-то сюда кладем свинину, просто солиться. И ждем сутки минимум, а лучше двое. Когда оно реально хорошо просолится, отдаст воду, и тогда уже займемся всем остальным. Так, ну что, друзья, мяско наше просолилось. Двое суток оно у нас стояло в холодильнике. Солилось. Я сливал дважды жидкость с него. Ну, все равно тут еще немножко осталось, но не страшно. Теперь мы его выкладываем и будем его отмачивать. Значит, солил я его двое суток, ну, соответственно, часа 2-3 будем его отмачивать, периодически меняя воду. Вот здесь. Ну, вот выглядит это вот так. Ну, обычно залитое мясо холодной водой. Через каждые там полчаса буду менять воду и потом уже делать саму бастурму. Так, ну что, наше мясо вымочилось. Теперь будем готовить специи. По большому счету нужно обязательно было бы мне использовать пожитник, но что-то я забыл его купить. Поэтому берем кавказскую приправу. В состав сюда входит соль кухонная, перец красный, паприка молотый. Чеснок, лук репчатый, смешанный, гранулированный, сахар, порошок горчичный, зелень петрушки, сельдерея, сушеные сельдерея, плоды кориандра, корень сельдерея, пряности типа тмин, перец душистый, куркума, красный, чили и лавровый лист. Такая приправа. Нам ее нужно больше, конечно. Поэтому мы еще сейчас сюда, для остроты, так сказать, ощущений, добавим красного перца и паприка. Добавим еще паприки. Паприки можно и много. Масла у нас тоже немало. Вот, поэтому... Теперь мы сейчас перемешаем наши специи и потом будем обваливать в этих специях наше мясо. Я уже делал подобную вещь, у меня тогда не было канала, я делал из курицы, мне очень понравилось. Я не стал убирать жир и все остальное прочее. Так вот, по-ленивому все пооставлял. Вот, обваливаем в наших специях. Уберем обязательно пергаментную бумагу. Зачем нам нужна пергаментная бумага, сейчас увидите. Вареное мясо в специях мы кладем в пергаментную бумагу и заворачиваем.
есть, добавляю чеснок, но мне не нравится. Чеснок, он потом какой-то такой вкус приобретает странный, который мне не нравится. Аналогично тоже заворачиваем это дело. Ну, бумага эта продается в магазинах. Там, где пищевые пленки, где фольга, вот обычно там продается эта бумага. Берем кусочек мяса. И заворачиваем. И точно так же заворачиваем второй кусок. Все. Зачем это мы делаем? Это мы делаем для того, чтобы специи пропитали наше мясо, оно приобрело, набралось запаха, формируем. Создаем ему какую-то форму. Вот. И такие куски просто кладем в холодильник, напитываться специями, запахом. Кладем на сутки. Так, ну что, друзья, что мы имеем? Прошли сутки, наше мяско пропиталось всеми специями, и теперь мы ее будем подготавливать к сушке. Есть несколько способов сушки. Есть холодная сушка в холодильнике, есть сушка, ну, обычная, стандартная, скажем так, традиционная. Я буду сушить, то есть в проветриваемом, так сказать, месте. Вот. Для этого берем наше мясо, разворачиваем. Вот у него еще пошла вода немножечко. Вот, ну это не страшно, это быстро все обсохнет. Теперь нам нужна веревка. Если веревки нету, то можем использовать нитку, в несколько раз ее сложить и воспользоваться ниткой. И вот за петелечку ее на крючочек и в проветриваемое место. Сейчас мы его на крючочек и пшик. Ну что, друзья, вот и наступил тот долгожданный момент. Мясо наше высохло. Вот. Провисело оно на солнце, на балконе 4 дня. И еще в квартире тоже там пару дней. Оно уже такое относительно твердое. Маленький кусочек мы уже попробовали. Раскрою секрет, а большие еще не пробовали, поэтому этот я оставлю на потом, а вот этот мы сейчас с вами разрежем и оценим, какое оно. Ну, режется хорошо. Вот такое оно по цвету получилось красивое, на запах тоже приятное. Даже очень, как вы видите, просохло, это жир. Сейчас оценим, так сказать, на вкус, что у нас получилось. Ну, я думаю, ей еще пару дней надо будет этому мясу, этой говядине, побыть. И ну-ка. Супер! И под пиво будет классно. Ну, кто пиво не пьет, можно под вино, под картошечку. Хорошо пойдет. Вот такое оно у нас красивое, аж светится. Ах. Такое получилось мясо. Ну, следующая серия у нас будет про колбасу. Сыровяленую, которую я сделал, сейчас сохнет. Следующий будет сюжет. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал.
кто хочет увидеть следующую серию про колбасу без кишок, как делается сыровяленая колбаса без кишок, будет следующий сюжет. Заходите на страничку дяди Миши в Фейсбуке. Также есть в Инстаграме. По ссылочке проходите. Класс. Ну и вы не пропустите следующие сюжеты на моем канале, которые выходят раз в неделю, так точно. Бывает и чаще. Супер на вкус. Всем спасибо. До новых встреч. Заходите на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Супер, классный вкус. Хорошо. В меру просоленное. Ну, еще день-два. Может, полежит. Будет потверже. Ну, она уже готова. Ее уже можно есть. С картошечкой. Супер, класс. Всем пока.